Российский производитель экстрактов и оздоровительной продукции на основе природного сырья, компания «Вистерра», представляет для фармацевтического рынка наиболее популярную продукцию. Экстракт корня лопуха. «Вистерра» – единственная в России компания, которая перерабатывает свежие майские корни лопуха. Мы его используем при всех патологиях онконаправления, при всех патологиях гормононарушенных заболеваний. Это эндометриоз, это мастопатия, это миома матки, это доброкачественная гиперплазия простаты. Экстракт чаги. Чага – один из шикарнейших препаратов, который назначается при воспалительных процессах и при всех нарушениях желудочно-кишечного тракта, при кожных заболеваниях. Конечно же, надо говорить о том, что чага еще и хороша, и даже, я бы сказала, уникальна в том случае, когда идет нарушение нервной системы. Экстракт коры осины. Кора осины широко известна своим противопаразитарным действием, и не только. Осина очень хорошо помогает при суставной боли, особенно при подагре. Частые заболевания дыхательной системы, если часто бывают гриппы, ангины – это тоже осина. Экстракт пихты сибирской – это эффективный адаптоген. Повышает резистентность организма к микробам, улучшает работоспособность. Это экстракт, который мы изготавливаем путем запатентованной технологии с сохранением стабильности характеристик экстракта. Больше информации о нашей продукции на сайте vistera.ru.